Вопрос озеленения территории в микрорайоне Восточный города Звенигород обсуждался на встрече с жителями, которую провели в начале июля глава Одинцовского округа Андрей Иванов и депутат Государственной Думы Российской Федерации Оксана Пушкина. По результатам был дан ряд поручений. Посадка деревьев в Звенигороде запланирована в рамках экологической акции «Наш лес, посади свое дерево», которая пройдет в Московской области 21 сентября. Присоединиться к ней может любой житель округа. Необходимый инвентарь и саженцы можно будет получить на месте проведения акции.